Последнее воскресенье октября отмечается День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, установленный указом президента Российской Федерации от 26 июня 2012 года. К этому празднику приурочен сюжет Марианы Гуртяк. День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта – это профессиональный праздник всех водителей, рабочих, служащих, руководителей автотранспортных и пассажирских автопредприятий, городского электротранспорта, а также ученых и преподавателей этой отрасли. В России автотранспортное сообщение играет особую роль, обеспечивая транспортную доступность самых отдаленных регионов нашей большой страны. Городской пассажирский транспорт, включающий в себя автобусы, троллейбусы, трамваи, метрополитен и многое другое, является элементом транспортной системы, которая обеспечивает более 80% трудовых и бытовых поездок населения страны каждый день. Одним из наиболее востребованных видов транспорта в нашем городе является автобус. Балаговский район этим видом транспортного сообщения в основном обеспечивает МУП АТП, у которого, кстати, в этом году юбилей, и где совсем недавно занял пост директора Игорь Андреевич Щербаков. Уважаемые работники предприятия МУП АТП, разрешите мне поздравить вас с круглой датой, 50-летием нашего предприятия, которое будет у нас 1 ноября, в этом году круглая дата, и с праздником Днем работников автомобильного и городского транспорта. Ну, что пожелать? Ну, естественно, хорошее настроение, здоровье, успехов в работе, ну и, говорится, ни гвоздя, ни жезла на дороге. И всего наилучшего в этой жизни. Сегодня без автотранспорта немыслима повседневная жизнь миллионов россиян. Выполняя свой профессиональный долг, каждый день, несмотря на погодные условия и состояние дорог, десятки тысяч водителей самого разного городского транспорта каждый день обеспечивают добросовестную перевозку граждан по всей стране. Не менее востребованным из которых является такси. Я считаю, что в наше время без автотранспорта вообще никуда. И хочу поздравить всех с наступающим днем автомобилистов. Желать аварии, чтобы не передвигались по городу, соблюдать правила дорожного движения. Хочется в этот праздник сказать им спасибо за их ответственный труд и пожелать хороших дорог, безаварийных поездок и всегда позитивно настроенных пассажиров. Дорогие мои автолюбители и вообще водители, которые ездят на пассажирском транспорте, вам счастливой дороги, чтобы всегда вас охранял Бог. Чтобы никакие происшествия с вами не случались в дороге, чтобы пассажиры, которые ездят в автобусе, всегда доезжали до своего места, чтобы все было прекрасно, и ангел-хранитель, чтобы всегда вас сопровождал в ваших дальних поездках. И, конечно, счастливого пути всем автомобилистам, все дороги, чтобы приводили их всегда в дом, чтобы какая бы дорога ни хорошая или плохая была, но они всегда возвращались оттуда, откуда они приезжали, уезжали, и чтобы их семьи ждали и встречали, и чтобы никаких происшествий.